Владимир Путин потребовал от экономического блока правительства предпринять конкретные шаги для повышения доходов граждан и придания более устойчивой динамики росту экономики. Об этом президент говорил на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось сегодня в Кремле. Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Какие дополнительные решения здесь нужны, мы и обсудим. Что еще бы хотел отметить уже в качестве положительного фактора, это инфляция. Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру. И сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике, реальные доходы людей растут медленно. И такое положение дел не может не вызывать беспокойства. Хотел бы услышать ваше мнение по поводу того, какие конкретные шаги вы предлагаете предпринять для повышения доходов граждан, ну и в целом, как я уже сказал, для придания более устойчивой динамики роста самой экономики. И сегодня же Путин принял в Кремле временно исполняющего обязанности главы Башкирии Радия Хабирова. Он информировал президента о текущем положении дел в республике. Путин обратил особое внимание на высокие показатели детской смертности в регионе, отметив при этом, что медицина в Башкирии на достойном уровне. Хабиров заверил главу государства, что над ситуацией в республике работают, в том числе и при поддержке Минздрава.